Всем привет, друзья, канал Масалин. В работе у нас Volkswagen Multivan. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Разобрали, краткий обзор штатной шумоизоляции. Пол и металл. Крыш смотрим. Эти небольшие квадраты вибропласт присутствуют. Также небольшие полосы на дверях. По аркам. Пол и металл, видите? Автомобили одни из самых шумных мест на задних крыльях, ведь также небольшие полосы вибропласта присутствуют. Владельцы не устраивают данная шумоизоляция. Готовим поверхность и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на мультивене. Проклеен у нас пол, проклеены задние арки, задние крылья. Тщательно прокатываем вальку. Также проклеена крыша. Смотрим. Нанесли первый слой вибропласта, толщина его 3 мм. Передняя часть пола проклеена. Переклеить второй слой. Это у нас мембранная шумоизоляция, Integra 6 мм. Продолжаем нашу работу. Друзья, закончили клеить шумоизоляцию на мультивене. Проклеим у нас пол. Задняя часть интеллисоваски мы используем блокатор. Задние арки мы обрабатываем мембранной шумоизоляцией блокшот 7 мм. Передняя часть пола также используем мембранную шумоизоляцию. Крыша обработана мембранной шумоизоляцией. Используем Skyline 7 мм. Третий слой нанесли в дверях. Вибропласт толщина 2 мм. Четвертый заключительный слой мы наносим на дверные обшивки. Это у нас шумопоглотитель, эксперт, толщина его 15 мм. Автомобиль готов, собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!